Вы меня подбиваете на непрофессиональное поведение, направленное против интересов моего клиента. Алло, Володя, это Коля. Я по поводу отца тебе звоню. Отца, считай, убили. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что это еще не конец. Мы будем бороться. Разорить бы. Есть идея. Мне нужны ваши документы и ваша машина. И ваша работа, разумеется. My name is Mark. DeForge. Главное сейчас для нас – это финансовый план для министра. Уже ждут. А как вообще возникла идея преобразования Кистеновки? Ну, это вообще-то моя была идея. Это была ваша идея? Да. Хитрый. Никому нельзя доверять. Никому. Доброе утро. Доброе утро. Будет теперь с кем про книжки поговорить. Только два рода людей по-настоящему интересны. Да, да, да. Один из которых знает о жизни решительно все, а второй не знает о ней ничего. Ну, да. Я где-то посередине. Тогда встретились. Кто вы? Я не знаю вас. Дубровский. Сын Андрея Гавриловича. Дубровского. Ты шутишь? Ты нужна мне. Попали мы все. Что ты несешь? Жениться мне надо. Уезжаю в Дубровске. Ты что? Дура! Ты нужна мне, Маша. Ты нужна мне. Я его люблю. Для тебя романтика, а меня раздавить хотят. Красота. Она как-то требует? Угу. Жертву.